23 декабря в 17 часов Анна Лу выходит из дома и отправляется в церковь. Больше ее никто не видел. Я прибыл сюда, чтобы найти пропавшую девушку. Нет смысла ходить кругами. Мы просто теряем время, которое принадлежит Анне Лу. Почему она? Никто не знает. Помогите ей вернуться домой. Поэтому зло – подлинный двигатель сюжета. Куда ведет эта дорога? В долину, и там заканчивается. Излишнее спокойствие убивает. Вы не знали? Где ты был, когда пропала девочка? Репортеры уже в курсе. Скоро их здесь будут тучи. Человек, которого мы ищем, расчетлив, хитер и умер. Он может прийти вечером. Сеньор Фогель, кому тогда принадлежит кровь на вашей рубашке? Вы думали, что здесь, в окружении гор, вы все в безопасности? Вы были убеждены, что маньяк пришел издалека. Однако в глубине души вы подозревали, что зло всегда обитало где-то рядом.